Привет всем, с вами ваша Silver Butterfly, серебряная бабочка. Покажу быстро пустые баночки, потому что у меня их накопилось. Это не косметика, это для белья ополаскиватель. Вернее, это как бы и мыло, и ополаскиватель. Ну, пахнет какими-то райскими садами. Называется Apple Mango Tango. Яблочная манго и танго. В общем, танго с такими фруктами, овощами, вернее, с яблоком. Как это сказать? Фрукты? Да, фрукты. Ну, в общем, очень мне нравится этот запах, но он закончился, я его выкидываю вот сюда. Nice shot, как бы сказал мой муж. Nice shot – это хороший удар, хороший бросок. Вот еще закончилась баночка. Nature Bounty Hair, Skin and Nails Gummies with Biotin. То есть это банка с такими вот, ну как будто как конфеты, да, но это таблетки для, не могу теперь открыть, это для детей. Ой, пахнет до сих пор. То есть здесь для все для ногтей, волос с биотином. Хорошая вещь. Стоила она где-то $21. Но закончилось, не знаю. Скорее всего, я не буду покупать, потому что для меня, по-моему, ничего уже не поможет. У меня вот эти вот детские волосы, ничего с ними не сделаешь. Два. Далее. Вот эта маска, по-моему, еще у меня есть парочка, но эту я допользовала. Она как вот, как огурец. Огурец вот так вот натягиваешь, потом он высыхает и снимаешь. Обычная маска. Goodbye. Ну, плохая, неплохая, хорошая, нехорошая, обычная. Goodbye. Вот это такие салфетки, которые вообще я купила для мужа с вулканической глиной. Ну, типа, это все началось почти до ковида, буквально за день, за два. И как-то вот, ну, не приходилось особо пользоваться. Потом они начали уже немножко даже подсыхать, и я их начала использовать для лица сама себе, чтобы типа, чтобы ничего не пропадало. Это хорошее средство, матирующее, но оно дорогое, и можно найти дешевле альтернативы. Но все-таки могу сказать, что вот эта вулканическая глина там была. Называется Everyman Jack. Фирма. Каждый мужчина – это Джек. Ну и назвали. Так. Даже последний я вот так вытаскивала. По-моему, там одна или две осталось. И я обмакивала это в, допустим, в своем вот этом. Кстати, у меня тоже это закончилось. Сейчас я нырну. Вот. Почти конец. Там всего на один раз. Это Нивея. Я вот так обмакивала и потом вытирала лицо для свежести. Так, это goodbye. Вот, это мне дали попробовать. Вернее, это мне дали пробник с покупкой. Я думала, что прям такая вау и ах. Это называется Teaology. Ну, чайное такое что-то. И с одной стороны, мне понравилось то, что было супер жирное, такое питательное. С другой стороны, такой эффект. Вы должны подождать, пока у вас лицо полностью сухое. Если вы вышли из ванны и не дождались этого момента, то вот эта испарина от вас будет все равно через этот крем выходить. И получается, что этот крем вас не напитал. Так что я теперь буду знать. Ну а так, в принципе, как подарок, может быть даже неплохо. Ну, по-моему, все на сегодня, да. Есть там, конечно, еще парочка, но я это еще не допользовала. Вот этот вот клиник мне дали, такой пудропорошок. Насыпаешь на ладонь и чистишь лицо. Потом вот это у меня наполовину. А вот это новенькое. Ну, такое мне уже дали, по-моему, в третий или в четвертый раз. С
Super Restorative Night. Ночной. Очень такой ухаживающий, восстанавливающий. Про это я уже, скорее всего, не буду говорить, или буду, я не знаю. Но факт в том, что вы это знаете, это было хорошее, и это уже повтор. Ну все, на этом я заканчиваю свой репортаж. Всем всего самого хорошего. С вами была Silva Butterfly, Серебряная Бабочка. Пока-пока. О, ну да, маленькая приписка, как обычно, я забываю. Вот, что у меня закончилось. Помните, я купила две вот этих Lysol, когда только-только все началось, и даже сделала вам репортаж. Ну что, оно закончилось давно, и мне все некогда было вам рассказать. Пахло яблочным таким каким-то химозным жасмином, в принципе, неплохо. И вот так мы справлялись, делали санитарию всех дверных ручек и так далее. Ну вот и все. Это тоже goodbye. Упс. Всем всего точно самого хорошего. Это я, Silva Butterfly. Пока-пока.